Колпашевцев реже кусали клещи. По данным на 1 августа, за неделю с укусами насекомых в медучреждение района обратились 11 человек, среди них один ребенок. Это на 7 случаев меньше, чем недели ранее. Привитыми были 5 пациентов. Чаще всего укусы клещей регистрировались на территории города, в лесу, а также в деревне Новогорная. Всего с начала эпидсезона в Колпашевском районе зафиксированы 705 обращений с присасыванием насекомого. В 155 случаях клещи кусали детей. Число привитых среди обратившихся – 213, в том числе 57 детей. Добавлю, первый укус клеща в нынешнем эпидсезоне в Колпашевском районе был зафиксирован 24 апреля.